красивый лик. Большие черные очи, стройные ноги нравились очень многим. С первого взгляда сводили с ума ее губы. Клара цепляла мужчин, посещая вип-клубы. С кем бы разделить виски за стойкой бара? Как рысь дикая в поиске рыщет Клара, сканируя плотность бумажников, как бы желая каждого обескураживает состоятельных граждан. В поле зрения седой дядя, предприниматель, мать его, пора принять его по всем понятиям. Дури не думал, что будет после такого слияния судеб. Бросил жену, женился на Кларе и умер. Медэкспертиза гласила инфаркт. Старый дурак на старости влез в смертельный контакт. Брачный контракт, адвокат делит средства. Молодая вдова принимает наследство. Ты так богат, ты хочешь ласки и предлагаешь свое сердце. Я соглашусь, потупив глазки, и вскоре получу наследство. Макияжка тут под хвост, от этих слез скорби. За такую игру мне дали Оскара бы. Помню, как он умирал, как пряталась в душе, как спрятала те таблетки против удушья. Надо бы когти рвать, пока копать не начали. Не видать ведь денег пачками, не испачкавшись. А как иначе, как стать богаче даме? Потратить, как моя мать, и сдохнуть нищей в яме. Знаете, еще пара таких трюков и хватит. Надену в последний раз свадебное платье. Закружусь в ритме вальса с молодым в объятиях. А пока за старое примусь опять. Время шло, Клара продолжала свой промысел. Растратив красоту, молодость и много сил, осуществила все, что было ею намечено. Нашла себе мальчика, всем обеспечила. Ты так богат, ты хочешь ласки и предлагаешь свое сердце. Я соглашусь, потупив глазки, и вскоре получу наследство. Чему тут упираться, ты ведь в курсе, что чистосердечное признание скосит срок. Скинь груз с плеч, станет легче. По делу Клары ясно все, бодаться незачем. Из показаний прислуги, что вечно греет уши вечером. Тишина была в доме нарушена. Перечень упреков в адрес неверного мужа за ужином и угрозы, что снова окажется в луже он. Здесь и родилась идея, стало ясно просто. Надо спрятать подальше лекарства от астмы пораньше. Отпустить слуг, ну а после наконец-то отправить супругу на тот свет. В ту же ночь истошный хрип умирающей женщины заполнил комнаты дома и все его трещины. Когда Клара умирала, уже в ее памяти всплывали лица мужей и наседания матери. Ты так богат, ты хочешь ласки и предлагаешь свое сердце.